До начала охотничьего сезона остается совсем немного времени. Разрешение для охотников в этом году нового образца. В чем суть новшеств, расскажет Николай Сальников. Время ружейных выстрелов и охотничьих баек в лесу приближается. Уже 5 сентября в Новосибирской области откроется осенний сезон охоты. Однако в этом году процедура выдачи разрешений требует больше времени. При этом в нашем регионе любителей охоты больше 70 тысяч. И нередко оформление разрешения откладывается на последний момент. Я хотел бы обратиться к охотникам, чтобы не откладывать их надолго, потому что выписка производится вручную, как в районах, так и у нас. И на каждую выписку, на каждое выписанное разрешение уходит от 10 до 15 минут. Понятно, что тысячами мы не сможем сразу обслуживать один день. Изменились и сроки охоты. Вместо 4 субботы августа сезон открывают в первую субботу сентября. Ушли в прошлое и дни покоя. Теперь на зверя можно выходить в любое удобное время. При этом увеличенное время выписки разрешения связано с новой спецификой. Сейчас все-таки сделали такую специфику. Отдельно сделали разрешение на птиц, отдельно сделали разрешение на пушных, отдельно сделали разрешение на копытных, отдельно на медведя. То есть, ну, если с копытными, с медведями все понятно, там одна особь, одно разрешение, одно хозяйство, то по массовым видам, то есть это птицы и пушные, сделали все-таки немного упростили задачу. Животных теперь можно выслеживать сразу в нескольких хозяйствах по одному разрешению. Также не требуется отдельных документов на разные виды птиц. Кстати, на медведя охоту уже открыли 1 августа, а закроют сезон 30 ноября. Николай Сальников, Василий Тополев, специально для итогов недели.